Перешагин, уходи из Варшавы! У Верещагина был реальный прототип Михаил Дмитриевич Поспелов. Мы с тобой родня давно, вот какая штука. В 43-м году в 16 лет ушел на фронт и попал в партизанский отряд. Повезет любви, письмецов кальвер. На его могиле петербургские таможенники поставили памятник. Они называли его лучшим таможенником России. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому...